Время новостей на телеканале Хабар 24. В студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. В Сирии нарушается режим прекращения огня. Об этом сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон. По сравнению с предыдущей неделей, количество нарушений увеличилось в 1,5 раза. Зарегистрировано 65 случаев обстрелов в ряде населенных пунктов провинции Латакия, а также в Алеппо. Напомню, ранее сирийские незаконные вооруженные формирования, действующие на севере и востоке страны, обязались не совершать атаки. Переговоры были инициированы властями Египта при посредничестве главы умеренного оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмеда Джарба. Гарантом соглашения выступила Россия. В Сочи проходит 10-я международная встреча по Сирии в астанинском формате. Все подробности узнаем у нашего собственного корреспондента. На прямой связи с нами, с переговорной площадки, моя коллега Дана Нуржан. Дана, добрый день. Расскажите, как проходит встреча и что уже известно к этой минуте? Добрый день, Альфия. Это уже второй день международной встречи по Сирии в астанинском формате. По сути, это 10-й раунд астанинского процесса. Все переговоры проходят в формате двух- и трехсторонних встреч. Оппозиция проводит отдельные переговоры. Они уже встретились с делегациями Турции и ООН. И сегодня сели за стол переговоров с российской стороной. Отмечу, что от участия в этой встрече отказались представители США, которые до этого принимали участие в 8 из 10 встреч в рамках астанинского процесса. Все переговоры проходят в закрытом для прессы режиме. Дана, а какие вопросы в повестке очередного раунда переговоров? Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев подчеркнул, что основное внимание здесь уделяется вопросу формирования конституционной комиссии Сирии. Напомню, что решение сформировать эту комиссию было принято здесь же ровно полгода назад на Конгрессе Сирийского национального диалога. Спецпосланник генерального секретаря ООН Стефан де Мистура назвал переговоры со странами-гарантами по этой теме полезными. Но еще одна злободневная и острая тема – это возвращение беженцев в Сирию. По данным российской стороны, на сегодняшний день под правительственный контроль перешла территория, на которой проживает 90% населения страны. Количество беженцев насчитывает около 6 700 000 человек. Многие из них находятся в соседних Сирии странах. 3,5 миллиона в Турции и по 1 миллиону в Ливане и Иордании. Остальные в Европе. Здесь подчеркивают, что процесс возвращения сирийцев на родину должен быть добровольным. Ожидается, что по завершении переговоров будет принято совместное заявление. Какие решения в нем будут отражены, мы расскажем уже позже в следующих выпусках. Альфия? Да, Дана, спасибо. Будем ждать от вас информации. На прямой связи со студией из Москвы была Дана Нуржан. Мы продолжаем. В Мьянме создана независимая комиссия по расследованию нарушений прав беженцев рохинджа. Данный шаг является частью государственной инициативы по установлению мира, стабильности и развития в штате Ракхайне. Комиссия будет расследовать случаи нарушения прав человека и не только после террористических атак Аракканской армии спасения рохинджа. Сообщается, что в состав независимой группы войдут 4 специалиста, среди которых бывший председатель Конституционного суда и представители страны в органах ООН. Комиссии будут оказывать поддержку государственные и международные эксперты по подобным делам и праву. Оппозиция в Зимбабве требует признать победу их кандидата Нельсона Чемиза на выборах президента страны. Лидер движения «За демократические перемены» обвиняет правительство в попытке сфальсифицировать итоги голосования, прежде всего в сельских районах. Сторонники Чемиза в случае махинаций на выборах грозили не признать их итоги и начать массовые акции протеста. Отмечу, действующий глава государства Эмерсон Мнангагва после отстранения Мугабе обещал провести честные демократические выборы и восстановить доверие западных стран. Соцопросы показали, что Мнангагва лишь незначительно опережает Чемизу по уровню поддержки. Накануне выборов кандидатуру последнего поддержал экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе. Отмечу, итоги голосования еще не объявлены. Парламент Македонии определился с датой общенационального референдума по вопросу о вступлении в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Грецией. Голосование пройдет 30 сентября. Напомню, 17 июня правительства двух стран ратифицировали договор о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Афины требовали изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Спор продолжался более четверти века и препятствовал вступлению Македонии в ЕС и НАТО.
Испанские таксисты продолжают массовую забастовку против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и CoffeeBuy. Несмотря на обещание правительства урегулировать ситуацию, их главная цель – добиться запрета на выдачу лицензии на аренду автомобиля с водителем, которыми пользуются компании. Демонстранты подчеркивают, существующий закон, ограничивающий выдачу таких лицензий, повсеместно нарушается. Забастовщики считают, что правительство безразлично благополучие работников отрасли. Именно поэтому они требуют дать возможность региональным властям самим определять политику в этом секторе. Ранее протестующие встретились с государственным секретарем по транспорту Педро Сауре в Мадриде. Королевский декрет, позволяющий рассматривать вопросы о выдаче лицензии властями автономных сообществ, обещали принять в сентябре. Однако бастующие таксисты итогом переговоров остались недовольны. Ключ к решению этого вопроса находится у нас под носом. Проблема не в такси, проблема в Министерстве транспорта. В течение последних 5 лет они так и не выработали механизм по решению нашего вопроса. В случае, если правительство не решит наш вопрос, то мы будем продолжать забастовку вне зависимости от последствий акции. Такси прекратили работу в Мадриде и других провинциях. Мы будем бороться до конца. На месте схода грузового состава в Жамбылской области продолжаются восстановительные работы. Из-за железнодорожной аварии задерживаются 5 пассажирских поездов. По информации специалистов областного отделения железной дороги, в них находятся 3024 пассажира. На месте организовали полевую кухню. Напомню, ЧП произошло сегодня утром на участке Моэнте-Шаганак, перегона Кашкент-Тенис-Жастар. С рельсов сошли 11 вагонов из 50. Для ликвидации задействованы восстановительные поезда станции Шу и Сары-Шаган. На данный момент по четному пути лежат 9 вагонов, а по нечетному один. Еще один накрытый вагон уже убрали. Специалисты областного отделения железной дороги заверили, что в первую очередь к 18 часам вечера откроют нечетный путь и приступят к реконструкции железнодорожного полотна. По официальной информации компании «Казахстан Теміржолы» для расследования данного случая создана специальная комиссия. А более 140 пассажиров рейса «Актау-Анталия», которые более суток не могут вылететь из аэропорта «Актау», отправятся в Турцию сегодня. Ориентировочно полет начнется в 22:00 часа по местному времени. Такую информацию предоставили в авиакомпании «Сункар Эйр». Самолет, который должен был вылететь 30 июля в 7:00 утра, задержали по техническим причинам. Необходимая для ремонта деталь прибудет в Казахстан сегодня. Для полета в Турцию перевозчик предоставит второе резервное воздушное судно, которое выполнит ночной рейс. По словам представителя авиакомпании, накануне пассажирам организовали питание и транспорт до города. Мы время отдыха сокращать не будем. Допустим, если они сегодня сутки задержкой вылетают, то, соответственно, мы их будем привозить на сутки задержкой из Анталии уже в Казахстан. Пострадавших в горах Кыргызстана казахстанцев доставят на родину. Сейчас оформляются документы на авиатранспорт. Об этом нашему телеканалу сообщил официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов. Напомню, накануне в 5 часов вечера в 40 километрах от Бишкека на высоте 4100 метров над уровнем моря группа альпинистов из 7 человек, в состав которой входили 4 казахстанцев и 3 россиян, попала под мощный камнепад. 3 казахстанцев пострадали, один получил травмы, несовместимые с жизнью. За помощью в эвакуации пострадавших МЧС Кыргызстана обратились к казахстанским коллегам. Наша страна отправила вертолет, как сообщили в МЧС Кыргызстана. Эвакуация спортсменов прошла благополучно. В ближайшее время они вернутся на родину. К слову, ежегодно покорять пики Кыргызстана прилетает более 10 тысяч экстремалов со всего мира. Спасатели МЧС Узбекистана нашли экскурсионную группу, пропавшую в горах Ташкентской области. Известно, что в воскресенье группа отправилась в горы Чимган. Заблудившись, они не смогли найти обратную дорогу и вынуждены были провести ночь в горах. После обращения родных в управление по ЧС Ташкентской области спасательная группа Чимган начала поисковые работы. Заблудившихся нашли через 12 часов и оказали необходимую медицинскую помощь. Жертв, к счастью, нет. Сотрудники МЧС призывают профессионалов и любителей, решивших выйти в продолжение поход, быть бдительными и в обязательном порядке уведомлять соответствующие органы перед его началом.
Снести пустые многоэтажные дома просят в Абай, Карагандинской области. В маленьком городе таких осталось всего 5, но они, по словам жителей, доставляют неудобства. Помимо того, что территория вокруг становится источником антисанитарии, внутри часто собираются сомнительные компании. Марк Брюшко разбирался, когда же снесут оставшиеся многоэтажки и будут ли строить новые. Летний день. На площадке, как ни в чем не бывало, играют дети. А рядом, всего в паре десятках метров, стоит она. Заброшенная пятиэтажка. В ней обвалились перекрытия, сломаны козырьки подъездов, износились конструкции. Однако дом до сих пор ничем не огорожен. Мы там не подходим, потому что нам родители сказали поближе тут играть. И правильно, многоэтажки давно облюбовали сомнительные компании. В том числе и поэтому горожане хотят поскорее избавиться от пустующих строений. Даже дети со школы идут, младшие классы. У меня дочка была ситуация, шла через проход. Перед ней шприц прям упал. С верхнего этажа кто-то выкинул, видать. Как бы там никогда не ходили, лучше обойди вот так с этой стороны. Страшно просто бывает. Соответственные органы должны заниматься этим, чтобы вот наблюдали за этим происходящим, убрали то, что не нужно. Его снести надо дом или как-то? Или восстанавливать. Или восстанавливать, или лучше снести, чтобы не было несчастных случаев и так далее. Этот дом, как и другие подобные ему, наследие 90-х. Вы все видите сами. Повсюду здесь мусор, вот такие куски бетонных плит, разбитое стекло. Из разных углов торчат куски ржавого железа. Будешь проходить мимо, споткнешься. Если не убьешься, то покалечишься точно. Ну и полнейшая антисанитария. 6 лет назад в Абае брошенными оставались почти 2 микрорайона. После экспертизы 56 пятиэтажек признали аварийными. Все, кроме 5, снесли. Местные власти уверяют, в ближайшее время разберут и эти. По 5 домам проведена работа по составлению проектно-сметной документации. Подана бюджетная заявка, ориентировочная стоимость 65 миллионов тенге. При условии выделения средств данные работы будут проведены. 5 домов на сегодняшний день угрозу не представляют. Но в любом случае их надо демонтировать. На месте снесенных зданий обещали построить новые дома. В Абайском районе сегодня стоят в очереди на получение жилья более 1800 человек. Многие откровенно в это не верили, но власти обещания сдержали. 2 первых 9-этажных дома по 36 квартир каждый заселили в этом году. Новые многоэтажки будут строить на месте снесенных. У нас готовы есть проекты по 2 пятиэтажным домам, 80 квартир в каждом доме. В случае выделения бюджетных средств республиканского бюджета и софинансирования с областного, нами будут начаты работы в 2019 году. Район также, вот здесь у нас 30-й А-квартал есть, 17 дом, напротив него будем коробку закрывать. Пустые дома – проблема многих малых городов Казахстана. В другом населенном пункте области, Саране, до сих пор есть микрорайон РТИ. Брошенными там остались больше 105 и 9-этажных домов. 90% из них перевели в коммунальную собственность, а это значит, что район скоро начнут восстанавливать. Марк Брюшко, Сайлау Игликов, Хабар 24, Карагандинская область. Предприниматели в Бурабайском районе обманывали налоговиков. Ревизоры выявили факты умышленного сокрытия доходов. Проверка коснулась пунктов общественного питания и гостиниц популярного казахстанского курорта. Хозяева некоторых кафе и отелей занижали сведения о своей выручке в 10 раз. Нарушения обнаружены при продаже алкоголя. Его сбывали без разрешительных документов на продажу. Было принято решение провести хронометражное наблюдение, выбрав определенную категорию, где наиболее низкие показатели. Налицо в действительности был факт занижения дохода, невыбития чеков и в последующем неотражение его, будем так говорить, налоговой отчетности. По гостиничным у нас также имеются также такие же отклонения. Это если, скажем, например, гостиница предпринимателя А, там условно, был за 12 дней у него доход составлял порядка 2 миллиона, 2 миллиона 300, то за буквально 6 дней мы дошли до предела суммы где-то 4 миллиона. Более 100 образовательных грантов выделили в Акимате Астаны выпускникам из социально уязвимых слоев населения. Социальная помощь предоставляется детям-сиротам, инвалидам с детства, выпускникам детских домов, детям из многодетных семей. Получить бесплатное образование они смогут по 19 специальностям. Из них самыми востребованными стали технические, медицинские и педагогические направления. Для выбора абитуриентам представили 6 ведущих университетов столицы. Одним из главных требований является то, что претендент должен иметь
иметь аттестат о среднем образовании. С 2004 года такие образовательные стипендии получили более 300 человек. На сегодня принято 48 заявлений. Прием документов продлится до 20 августа. Итоги подведет специальная комиссия, созданная при акимате Астаны. Заявитель обращается с таким перечнем документов. Это обязательно наличие прописки в городе Астане. Затем доходы за предыдущий квартал не должны превышать 3 прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Затем обязательно это сертификат о прохождении единого национального тестирования. 7 казахстанских вузов с нового учебного года начнут готовить специалистов в сфере цифровой экономики. Появится около 20 востребованных на современном рынке специальностей. Среди них смарт-технологии, компьютерная мехатроника, цифровая гуманитаристика, информатика и робототехника, IT-менеджмент, IT-аудит и кибербезопасность. Почему так важно развивать именно эти профессии, расскажет Индира Атикжанова. В этом году казахстанские выпускники претендуют на 69 тысяч образовательных грантов. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось почти на треть. Из них 11 тысяч грантов государство направило на технические специальности. Самые востребованные – те, которые связаны с IT-технологиями. О том, как сейчас популярны эти специальности, можно судить, открыв любой интернет-ресурс по поиску работы. Только на одном из них мы нашли около 200 предложений, и это только по Астане. При этом, как видите, заработная плата, которую предлагают работодатели, начинается от 300 тысяч и доходит почти до миллиона. Помимо повышенного спроса на IT-специалистов, экспертов волнует и другой вопрос. Готовы ли выпускники казахстанских вузов к более сложным задачам? Например, справляться с хакерскими атаками? Большая проблема в дефиците кадров. Во-первых, проблема в образовании в Казахстане. Да? То есть в вузах не учат тому, как действуют хакеры, как они взламывают ваши системы. То есть там учат в основном, там, как ставить антивирус, да, как настраивать фаерволы и так далее. За последние годы ущерб от киберпреступников во всем мире составил почти $1 триллион. При этом хакеры атакуют не только банки и сайты госучреждений. Буквально в начале июля в одной из больниц Тюмени вирус вывел из строя всю медицинскую технику прямо во время сложной операции на мозг. Маленького пациента врачи спасли, но этот случай стал для всех еще одним сигналом о необходимости усиления мер безопасности. Индустриальная революция или индустриальная революция 4.0, и цифра, она очень сильно меняет вообще все, и производство, и транспорт, и науку, естественно. Мир в будущем будет абсолютно другой. Во всеобщей волне киберпреступлений страдают и казахстанские сайты. Только с начала года хакеры атаковали их более сотни раз. В прошлом же году правоохранительные органы зарегистрировали свыше 1000 киберпреступлений в стране. Раскрываемость их крайне низкая. Эксперты считают, что ситуацию можно изменить лишь одним путем, развивая интеллектуальные ресурсы. И новые специальности, которые появятся в наших вузах, важный шаг в этом направлении. Индира Тикжанова, Жандос Битабаров, Асет Саргулов, Хабар 24, Астана. Десятки элитных автомобилей уничтожены на Филиппинах в рамках борьбы с коррупцией. Общая стоимость суперкаров составила $6,5 миллионов, сообщают местные СМИ. Машины были раздавлены бульдозером, среди них такие бренды, как Lamborghini, Porsche и Mercedes. Автомобили оказались в стране нелегально, утверждают власти. За их уничтожением наблюдал лично президент Филиппин Родриго Дутерте. Позже глава государства рассказал, что это была показательная антикоррупционная акция. Лучшего рыбака выбрали в Петропавловске. Там прошел День карася. Уже третий по счету в этом году. Похвастать большим уловом решили порядка 30 человек. Помимо североказахстанцев, участие в состязании приняли гости из Тараза и Омска. За 3 часа из Пестрова выловили больше 100 килограммов рыбы. Наварили 350 литров ухи, приготовили около 10 видов рыбного супа. У каждого повара своя особая рецептура. Угоститься ухой могли все желающие. Победители праздника получили денежные призы и подарки. Здесь же выбрали самого молодого любителя ловли и лидер бака. На этом у нас пока все. Спасибо за внимание. До скорой встречи.